Сегодня мы проводим первый этап всеукраинского гран-при «Атака» 2018 года. Отличительной чертой всеукраинского гран-при будет то, что мы вводим возрастную группу взрослые по олимпийским весовым категориям. По проведению 2017 года формат проведения турнира гран-при себя оправдал. И таким образом, вот на первом этапе мы уже собрали 400 человек участников, несмотря на погодные условия, люди едут, хотят принимать участие в нашем турнире. У нас впереди очень ответственные старты. Это квалификация к юношеским олимпийским играм и чемпионат мира среди юниоров, который состоится буквально вот уже в апреле. На сегодняшних соревнованиях я провел 3 поединка, все из них выиграл и занял первое место. Этот турнир является для меня подготовительным соревнованием для участия в чемпионате Украины. У них были очень достойные соперники, мое уважение к ним. Надеюсь, на дальнейшем чемпионате Украины занять первое место и отобраться на чемпионат Европы. За участие в соревнованиях хочу выразить благодарство моему тренеру Долгополову Андрею Васильевичу и моим родителям. Эти соревнования являются подготовительным этапом для чемпионата мира, на который я отобрался в Киеве. Я тренируюсь у Долгополова Андрея Васильевича, который является высококвалифицированным тренером. Вообще я в его команде недолго, но коллектив у нас хороший, гостеприимный, дружный. Меня приняли очень хорошо, очень тепло. Мне нравится в этом коллективе работать. Моя цель – взять медаль на чемпионате мира и, конечно же, взять медаль на гимназиаде всемирной, которая пройдет в Марокко. Дальнейшие цели мои – поехать на Олимпийские игры в 2024 году и привезти оттуда медаль. Год начался с того, что я принимал участие на чемпионате Европы в стране Турция, город Стамбул. Сейчас я принял участие в гран-при «Атака» и занял первое место. В дальнейшем план выступить хорошо на чемпионате Украины, занять первое место, отобраться на чемпионат Европы, который пройдет в город София, Болгария.